Я понимаю, что это все комплексные проблемы, но надо все-таки разделять. Воровство бюджета – это воровство бюджета. И в данном случае конкретная, да, тема блокады этой Ордо-Эрло – это блокада Ордо-Эрло. Потому что мы никогда не договоримся. Да, мы всегда будем говорить, что, ребята, деньги есть, только их надо, не надо красть. А потом выяснится о том, что в этот момент будет приниматься решение, которое будет явно влиять на нашу стабильность. Это бесполезный разговор, это демагогия. На самом деле надо четко понять, да, вот разделить эти вещи. Воровство есть воровство. А экономические последствия вот таких решений – это экономические последствия.